кстати, я купила такие штаны. Могу сказать, что очень довольна. Блин, у нас такой дождь прошел. Просто невероятно. И после массажа хочется спать. Могу глаза открыть, иду. А еще хочется мороженого магнум. Вообще так классно тут сегодня. Не только сегодня, вообще классно. После дождя просто какая-то своя атмосфера крутая. Мне на дороге оставили одну. А, вон. Я же подумала, что я совсем одна осталась. Короче, еще забыла вам сказать, что сегодня первый день, когда я более-менее вижу, что я хотя бы, как мне кажется, загорела. Потому что я так испугалась, насколько тут уже здесь. Ну, дней 6 точно, если не больше. И вообще практически загара не было. Хотя я всегда на второй, на третий день уже все. Но я мазалась 50. Я себя защищала. Ну, как бы все правильно, чтобы не обгореть. Но в итоге этот 50 вообще ни капли загара мне не дал. Я думаю, да иди ты в задницу вообще. И перестала и мазаться, стала мазаться маслом, и хоть стала видеть, что я загораю. Тут прям вообще какой-то провал был просто. Вот 7L. Ага, есть магнум. Есть магнум? Есть магнум? Нету магнума.